Похоже, мы движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр? Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно, если мы хотим найти заключенного 627. Всем привет, с вами Риджет, и я продолжаю проходить Call of Duty Modern Warfare 2. Это одна из самых интересно начинающихся миссий, в которой мы должны будем захватить нефтяную платформу. Все начинается с высадки из, как я понимаю, торпедного отсека какой-то подводной лодки. Вспоминаем первый Metal Gear Solid. Ностальджи. Блин, как же тут все прикольно сделано, особенно звук. На самом деле чувствуешь себя под водой так тихо. И вот рядом с нами проплывает величие американского флота, подводная лодка «Даллас». Печально, что сейчас наш флот еле дышит, а американский процветает. Да еще и обрастает кучей новых технологий, например, как вот эти. Что-то типа десантных торпед. Да, что-то такое. Миссия полустелсовая, полуэкшеновая. Но сначала мы, конечно, будем действовать со стелсом. И тут мы впервые увидим новую геймплейную механику, о которой я расскажу вам, естественно, позже. Также в этой миссии нам предстоит освобождать заложников. И вот мы подплыли к платформе. Приступаем к грубому устранению противника. В здешних доках всего два солдата. Почему-то. Очень странно. И по нажатию одной кнопки устраняем солдата. Выглядит это очень эффектно. Вообще-то немного жаль его. Уж больно жестко они устраняют их. Никому бы не пожелал такой смерти на самом деле. Тут нас снова вооружает М4А1 с коллиматорным прицелом и с глушителем. Блин, да тут красиво. Не расслабляться, ребята. Какое-то Северное море, я понимаю. Ну, мы сейчас находимся на Дальнем Востоке. Какое там море, понятия не имею. Может, японское? Нет, вряд ли. Это море гораздо северней. Но, может, мне кто-то любознательный подскажет в секции комментариев под видео. Так, и первый враг, которого нам надо будет устранить при помощи огнестрельного оружия. Ну, можно и так с ним разобраться. Так, ну где он? Вот этот чувак, выносим его. Спокойной ночи. Все чисто. Там заложники, осторожнее. Вас понял. И вот та самая новая геймплейная фишка. Взрываем дверь. Время замедляется, и мы должны вынести всех террористов в этой комнате. Все, заложники освобождены. Интересно, довольно интересно придумали Infinity Ward. Правда, довольно спорный момент для реалистичности, который хорошо обстебали разработчики People Can Fly. Те самые люди, которые придумали Bulletstorm. В своей пародии Duty Calls. Там один из солдат говорит: ты не сможешь меня убить, разве что если не включится замедление времени. Включается замедление времени. На самом деле, очень хорошо обстебали. Хорошее у них чувство юмора. Кто не играл или кто не смотрел, советую посмотреть теги для YouTube Duty Calls. Ну и напишите на русском. Кругом какие-то ледники. Что-то не похоже это на Дальний Восток, ну хотя кто знает, то знает. Вновь пробиваем дверь при помощи этой взрывчатки. Взрывчатка какая-то на вид не особо сильная, но двери на раз вышибает.
ни разу ничего такого не видел в российской армии. Наши обычно просто какой-то железной фигней выбивают двери. Ну, представьте, какой-то офигительный эффект неожиданности. Просто с двух сторон взрывается дверь и залетает спецназ. Красавчик. Гоуст стоит, да, он тоже отлично сработал. И сейчас мы готовим засаду. Я установил заряд. Сейчас спрячемся куда-нибудь. И будем ожидать, когда чувачки нагрянут. Именно с этого момента стелс у нас закончится. Начнется адская перестрелка. Она довольно интересно поставлена, так как мы находимся где? На нефтяной платформе, офигеть. Такого вообще мало кто делал. Хотя, если задуматься... Поганый Cold Fear лезет в голову. Не, ладно, хорошо, молчу. Взрываем. И теперь можно вообще выбросить глушитель, что и сделал Роуч, он же Гарри Сандерсон. Ладно, пока это идет перестрелочка, расскажу вам о режиме Spec Ops. Много прочитал комментариев, в которых меня просят пройти Special Operation, нововведение Call of Duty Modern Warfare, так сказать, для коопа. В этих Special Operations есть 5 подразделов. Это Альфа, Браво, Чарли, Дельта, Эхо. Каждая из них, по-моему, по 5 заданий. В Эхо, по-моему, 3. 5 миссий, правильнее сказать. Который можно пройти либо одному, либо с товарищем по локальной сети или интернету через Steam. Все миссии можно пройти на 3 разных уровнях сложности, но я бы рекомендовал вам проходить сразу же на харде. Ибо интересно, ибо захватывающе. Я прошел практически все со своим другом. Я имею в виду на харде, так-то я все прошел. Но на харде там, по-моему, парочку не удалось мне пройти. В основном эти самые Special Operations — это повторение уже пройденного. То есть повторение либо миссии из Call of Duty 4 Modern Warfare, либо из Call of Duty Modern Warfare 2. Только там цели немного другие, есть уникальные уровни. Но цели в основном одни и те же — добраться из одной точки в другую. Тут меня убили неожиданно, негаданно. В этой точке, кстати, будьте бдительны. Я вот постоянно на ней умираю, сколько вот проходил, постоянно. Так вот, эти спекопсы я проходить не буду, ибо смысла в этом не вижу. Пройду только сюжетную кампанию и в будущем расскажу о мультиплеере. Special Operations не столь интересно смотреть, интереснее в него играть с другом. А одному вообще не имеет смысла играть. Ну и что нам осталось делать в этой миссии? Зачистить еще, по-моему, 2 или 1 комнату. Где держат заложников, как я понимаю, работников здешней платформы. А знаете, если это сотрудники Газпрома, то ладно, можно их убить. Чёртовы миллионеры. Ни в коем случае, не выбрасывайте к концу миссии винтовку с тепловизором. Она нам очень сильно скоро пригодится. Кстати, обратите внимание на Сопа. Нафига он так подстригся? Что это вообще за такое? Нет, я понимаю, что в американской армии это сейчас писк моды. Вот так подстригся, то есть обривать бока и оставлять небольшой, а точнее большой такой ракез посередине. Но как-то это чуточку чересчур выглядит. Мне кажется, тут разработчики подсмотрели идею из MGS4. Помню, у Мерл Red Patrol был такой бугай, по-моему, звали Джонатан, но он точно так же был пострижен. И Соуп мне начинает его напоминать. Ирония судьбы. Вот, я нашел пушечку. Это, наверное, самая крутая пушка в игре. FN F2000. Она не только самая крутая в этой игре, но и самая крутая в игре Stalker. Да, чтобы ее там достать, приходится попотеть. Если вы, конечно, не читак. И, кстати, это я говорю только про сюжетку. А если вы накопите в мультиплеере на эту пушку, то все, всем хана. Те, кто играл, меня поймут.
Соу просто зарашил. Просто никого не видит, ему на всех пофиг. Просто тупо идет и всех уничтожает. И вот мы совсем подбираемся уже к концу. Там нам предстоит последняя жесткая перестрелка в этой миссии. Я что-то сейчас заболтался. Чересчур, наверное, даже. Всякую вам ахинею пронес. А миссии даже ничего толком не рассказал. Но она уже заканчивается, а тут рассказывать нечего. Почти взяли нефтяную платформу, все супер. Ну, беру FN-2000. Ну, давайте. Вот та самая тяжелая перестрелка. Террористы разбросали кругом дымовые шашки, и теперь их можно обнаружить только с помощью тепловизора. Будьте тут очень аккуратными, потому что, как я понимаю, террористы продуманные тоже ими вооружились. И на раз тебя вычисляют, к тому же можно случайно убить своего. Например, Гоуста, который тут очень любит меж этих конструкций бегать. Ай, блин, сволочь, еще мне гранаты бросают. Вот тут, кстати, довольно прикольное место отсиживаться. Если сильно здоровье сняли, просто сюда прячемся. Кто-то там из РПГ даже пальнул, но ничего, пацаны дают. Я сейчас обратил внимание на то, что эффект глубины резкости вот на этом движке Call of Duty Modern Warfare как-то он не бросается в глаза, что ли. Помню, в четвертом Call of Duty уж очень сильно бросался этот эффект в глаза на миссии, где мы проникали через Чернобыль, правильнее сказать, через Припять, чтобы застрелить Имрана Захаева. А тут, не знаю, то ли его убавили, то ли что, не знаю, не могу сказать. Ну и все, мы практически прорашили. Тут, я понимаю, солдат осталось совсем немного. Я сейчас так задумался, почему же в мультиплеере никогда никто не пользуется дымовыми гранатами? Это ж так может офигенно разнообразить геймплей, который уже осточертил, да нельзя на самом деле. И тут эпик фейл. Ну что ж такое-то? Ладно, сейчас исправлюсь. Так. Да, возьму лучше вот эту. Ни в коем случае с тепловизором не берите пушечку, чтобы тут рашить. Получай. Получай. Ты тоже, и ты тоже. Всем, думаю, хватило. Как мы видим, тут все было просто заминировано. Интересно, если попасть в бомбу, то все взорвется. Ладно, не буду пробовать. Осталось закончить миссию и выбежать наверх платформа. Видите, довольно интересная, необычная миссия. Вау. И тут начинается классическая постановка Call of Duty. Следующая миссия будет продолжение. Продолжение этой ни в коем случае не пропустите, потому что в следующей части нас ожидает дикий экшен, крутейшая постановка, ну и, естественно, мои комментарии. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся в следующей части. Нейтрализованы. Небо чистое.